Итак, всем трем и доброго времени суток. Это канал Лениво Дмитрий, и мы продолжаем катать шар. В общем, в игре Rock Age, Rock of Age за номером 2. Ну что, поехали. Дур, война, нормально. Здрасте, сударь. Ага. Хм. Сколько ж у тебя корон, приятель? Да. Да, Генри восьмой. Восьмой же, да? По-моему, восьмой. А, вот так даже, да? Да. Какой-то он слишком страстный. Как там комикс был такой, когда чувак целовал девушку, целовал, в итоге съел ее. И уходя от скамейки, где лежали останки девушки, сказал, блин, надо мне как-то умерить свои аппетиты. Так и здесь. Итак. Ага. Прыжковая зона. Ну, не шибко прыжковая. Так. Кто? Ух ты, это кто? Это магия... А, двойной прыжок. Урон 108. Да не хочу. Ну, серьезно, мне... Мы его видели как бы в действии. Это вообще не хочу трогать. Так. Сколько у нас? У нас теперь, кстати, да. Дополнительно этот. Кстати, да, можно взять два шарика, но это шутка. Так, у нас есть дополнительная... Ячеечка. Так, ну, естественно, это. Потом. Так, прыжки. Не, ну, Лёву берем без вариантов. Лёва шикарен. Так, тут пока ничего нет. Киты. Да. Эти штуки. Как их? Взрывчатку. И надо что-то и кое-что. О, кстати. А, он не может поворачивать. Ну, в принципе, ладно, что. Или коров взять липких. Вопрос. Наверное, все-таки лучше баллисты. Да, наверное, лучше баллисты. Или... Не, давайте баллисты. Вот как-то так. Че, поехали? О, как радостно. Так, эти штуки. Ой. А что, одна всего? А, две. А где? А, стоп. Где она? А. Ух ты ж, блин, как неудобно-то. Эй, чего не поворачиваешься? Как неудобно расположено. Да где ты? Черт. Окей. Так, теперь. Собственно. Вот отсюда старт нашего противничка, да? Цепляем лев. Так. Ага, деньги кончились. Печально. Чё-то можно сказать. Сюда взрывчаточку. Лёв бы ещё одного. Нам ещё одного Лёву денег пока не хватит. Ладно. Чё, будет атаковать отсюда. По максимуму. Блин, на Лёву. Чуть-чуть, а денег ведь не хватает. Смотрите. Так, сделаем. Пусть стоит. Я же эту ставил, да? Вперед! Музыки в атаку! Тр-ля-ля! Стой. Нет, ну, сломать это, естественно. Куда ж... Ух ты ж, блин. А кто это мне там? Тормози. О, а это кто? Здрасте. Ой, какие вы страшные. Какие вы большие и страшные, я бы вам сказал. А... Ясно. Тормози! Эх, смог. Отлично.
Тише. Эть, мимо. Ух ты ж, жоп с ручкой. Ух ты ж, ёбало. Тише. Разгон. Давай. На, приятель, 171. Ну, неплохо, неплохо. А, и он тоже долетел уже, да? Это плохо. Так не пойдёте. Значит, проскочил, да? Не сильно заморачиваясь. Ничего не снес. Что меня не очень сильно радует, честно говоря. Почему это он ничего не снес-то, а, приятель? Допустим, ква. Так сказать. Должны же мы как-то его ловить, правильно? Вот. Поехали нафиг, че время тянуть? Ух ты. Эх, еле-еле, прям душа в теле. Ой, куда? Это как сейчас было? Какого хера у меня камера перекинулась на другую сторону? Ну что за дела, ребят? Нет, иди в жопу. Не смей в меня стрелять, долбаная артиллерия. Тоже мне. Ох, ничего себе тут. Какое всякое разное. Расположилось, понимаешь? Есть. Нет, нельзя, фу. Тормози. Ай, молодец. Разгон. На, получи. Чуть быстро он поехал. 188. Хорошо. На, блин, засранец. Еще на. Сюда иди. Тьфу. Выкинул. Слушай, хорошо. На, получай. Кит. Ах, вон как ты здесь проскакиваешь, падла. Ясно, ясно. Ну, это... Это мой приятель сейчас... Всю стройку так поправим. Умник. Проскакивает он, понимаешь. В смысле? Поехали, поехали. Не дают прорыву. Спасибо, парень. Мимо, жопа с ручкой. На, получи. Да блин, почему у меня камеру так крутит? Я даже не двигаю мышки, блин. Раз камера влево, раз вправо. Пошел нахер. Понаставили танков, бляха, муха. Не проедешь. Мешаются тут, понимаешь? Пристроились. Ты смотри. Какие мы... Куда ты? Почему? Хрен ты там, ребятки. А вот теперь ты у меня получишь, гаденыш. На, приятель. А, страшно? Правильно, тебе не девчонок плюсить. Вот такие пироги. Ну, в принципе... Ничего сверхсложного, я бы даже сказал. На трудно можно попробовать. Ну, не хочу, ну серьезно, нафиг. Так, и что мы получаем? А в связи с этим мы получаем, видимо, летучий корабль. Воздушный корабль стоит пушечными ядрами сверху, покрывая очень большую площадь. Хорошо. Прикольная штука. Так, куда дальше?
Cool Day дальше. Так, здесь у нас как бы все есть, да? А вот что это за непонятное дерево вот тут, вот мне интересно. Кто знает? Война. Львов. Львов. Ну, давайте во Львов. Во Львове похулиганим. О, Баба Яга. Понял, баба с Ягой. Так че ж она на метле-то? Она ж в ступе, или она в ступе все-таки? Нет, она в ступе. Она на ступе. Правильно. Безопасность прежде всего. Что такое? Орифлейм опять пришел? Да. Троллить Бабу-Ягу. Да, а ты изменился, Джон Уик. Его ж Бабу-Ягу звали. Слушай, по-моему, проще капкан поставить около. О, ну или такой вариант тоже. По-моему, сейчас кто-то пинка получит хорошего по жопе. Оу. Радикально. Да. То есть мы сейчас будем выступать в качестве спасителя детишек, да? Или что? А, нет, детенок свалил вместе со ступой. Ну ладно. А что тогда мы лезем? Так сказать, предотвращать? Да, что-то мы с ней. Странно. Ну ладно. Будем воевать. Так сказать, за будущее детишков. О, гуляет. Ой, это что за хрень? Так, прочность 2200, урон 200-100. Что я врагов? Блин. Что-то я особо-то врагов не уничтожаю. Или поп... Да, давайте попробуем, что в конце концов, интересно же. Так, ну вот эту хрень. Пушку нет. Давайте вот это, вот это. Ну давайте корабль попробуем, интересно же. И киты мне очень понравились. Киты прям... Да, но вот здесь, кстати, киты-то... Я что-то смотрю, это какая-то такая территория, где, видимо, падать особо некуда. Так что тут не киты нужны. Ой. Тут скорее нужно что-то атакующее, да? Ну да, блин, правда, тут мощные стрелы. Что-то я как-то не особо заметил какого-то профита от них. Я особо и не успел ими воспользоваться. А может, коров тогда? А что на самом деле? Или слона. Или просто стенки не заморачиваясь. Ну, стенки это вообще бесполезная херня. Ай, будь здоров, спасибо. Так, стреляет. Дайте пушку с фейерверком. Давно я не использовал, точно. Поехали. Те-ху. Так, вы. Раз, так, три штуки. Три штуки, какая прелесть. Как это замечательно. Так, где-то выход, вход. Так, а музычка-то какая? Слышите, да? А как тебе? Эй, давай так. Странно. Ну да ладно. Так, ой, а что это? Какие-то... Нифига себе! А вот это интересно. Слушайте, так это... Ага. Вон оно что, Михалыч. То есть это... Не перепрыгнешь, гаденыш. 260, да? Так, 140. Ну, тут, если только Леву. А Леву я уже не успею, да? Ну, ладно. Поехали.
Какую-то защиту поставили, там разберемся. Че да как. Понеслась, косая. Ой, а как? Куда ехать-то? Подождите. А, сверху, что ли, проехать? Здравствуйте. Куреножья избушка. Деньги. Неплохо. Так. Ну, пока что тут-то вначале как бы... Ух, ничего себе, какой у нее шарик-то? Какой-то огненный. Это интересно. Да еще с какой-то... Нет, это бомба, что ли? Чуть не пойму. Свеч... Или это... Подождите, это... Или это яблоко? А, интересно. Так, иди лесом. А, дошло. Понял. Ну неплохо. Не совсем по этому. Типа яблоко, что ли, у нее едет? Интересно. А, удар, да? Все. Ну, то есть тут оно прошло. Как Коровелло. По волнам. Нифига себе, Лёва за ней сколько чесал. Че, все? Больше нельзя? Максимум? Окей. Давайте Лёв ставить. Тут. 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 Здесь надо парочку воткнуть. Че не так? Здесь надо... Вот так. И вот так. И Лёва. И взрывчаточка. Что, деньги кончились? Ну вот. Эх. Ну еще одну. Ну позядя. Ну. Есть еще одна. Слушай, она мне сильнее жахнула, кстати, скотина такая. Печалька. Это неправильно. Еще одну? Успел. А так враг еще и впереди меня, блядь, несется, скотина такая. Ай, успел пинануть, зараза. Что ж ты так прыгаешь-то? Нормуль деньжат заработал. По-моему, неплохо. А вы как думаете? Так, неплохо. Что ж ты сделала-то? Ой, дурацкий крест. Вообще ни о чем. Лёва, вы чё ж, вообще что ли здесь этот... Мышей не ловите, блин, алё. Чё за дела, блин? Корабли вообще бесполезны какие. Абсолютно бесполезны. Че, все, деньги что ли кончились? Деньги кончились. Здесь оно просто перепрыгивает, не сильно заморачиваясь, да? Да, тут она просто перепрыгивает. Она еще и катится раньше меня. Обалдеть, у нее камни, что ли, так до хрена? Слушайте, похоже, я проиграю. Да, есть такое.
Есть таковая вероятность. Ну. Отламывайся, черт долбанный крестик. Крестик не отломился. Крестик сильно мешает. Крестик очень сильно мешает. Ты смотри. Вообще пофигу, посмотрите. Она льва за собой тащит. Ах ты ж... Блин! Есть! Моя победа! Хрен тебе, родная! Баба Яга! Нет уж, милая. 3 на 3. Она сейчас, скорее всего, меня сделала. Так. Ой. Баба Яга. Так, а что это такое? Что это вот? Дерево Феникса восстанавливает клетки, которые были использованы другими юнитами. А-а-а! Вон что. Ну... Так, я бы не сказал, что прям величайшее достижение. Так, тут какой-то... Какое-то животное. Так, там у нас вот эти танки. А, это не танк Да Винчи, случайно. Может быть, кстати. Так, ну, так как по два за раз, так что... Вот такая у нас веселая видюшка сегодня получилась. Мне понравилось. Даже немножко напряжная. Вот новый шарик попробовали. Новые пушки. Китов заценили. Ну хватит. Дельфы. Сейчас будут твои дельфы в следующем видео. Так что, всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии. Подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. На колокольчик не забывайте нажимать. Ссылка на плейлист и на поддержку канала, как обычно, в описании под видео. Ну а пока всем пока-пока. И до встречи в следующем эпизоде наших с вами шаропокатаний. Катаний каменного шара. Шароебицем будем. Все, всем счастливо.